И снова здравствуйте, всем привет. Итак, такая информация вдруг кому-то пригодится. Значит, если вы скачали какую-то книжку или какую-то информацию на английском языке, как я вот Red Dead, да, RDR 2 вот эту, и хотите узнать, что где тут что-то написано, какой может быть вариант. Так, вы просто увеличиваете область, копируете какую-нибудь часть. Ну, допустим, текста вот эту, да, как его скопировать, делаете скриншот или сохраняете картинку полностью. Все это дело скриншотите, следом что делаете, заходите в интернет, находите image2.txt, так, здесь, значит, ну, давайте вот так, image2.txt, выбираете как ту картинку, которую вы отскриншотили и хотите перевести. Файл, картинка, именно картинка вставлена. Вы ставите, на каком языке находится картинка, на английском, загружаете. И он сейчас все это дело преобразует в текст. Немножко сейчас нужно подождать. Вообще-то он очень быстро все это дело делает. Вот. И вот получается у нас текст на английском. Мы это дело все копируем. Следом, что можно сделать? Можно вставить его, значит, в PDF-файл, можно в текстовый редактор типа Word или OpenOffice использовать, да? Также заходим, потом находим переводчик. Ну, давайте вот переводчик. Найдем какой-нибудь словарь онлайн, чтобы можно было именно вставить текст нормально, да? Так, вставить. Так, определить язык, да? Есть не очень хорошие переводчики, допустим. Ну, давайте вот в этот вставим. Так, вставляем перевод. Так, что нам нужно теперь сделать? Все это дело скопировать. Копируем и заходим куда? Заходим, значит, в другую штуку. Так, TextSpeed. Та-та-та-та-там. Находим TextSpeed. Выбираем Ctrl-V, вставляем текст, который мы сейчас, значит, скопировали. И преобразовываем его в текст с речью. Тоже немножко все это дело ждем, и потом можем прослушать и скачать этот текст. Ну, а теперь можно его, значит, прослушать. Я его сейчас вставлю, что получилось. Здесь есть, значит, Ефимов, есть бесплатные, видите, free, женский голос, мужской голос. Есть более цивильные озвучки, которые уже платные, которые идут с расстановкой, с, как сказать, с эмоциями читается, да, но это все уже платное. Ну, вот эти все вот Ефимова можно использовать нормально, читают в принципе хорошо. Слушаем. В бою звездочка собака вертикальный слэш достать, спрятать оружие в кобуру по возможности. Вы всегда должны держать оружие наготове до того, как противник вступит в бой с вами. Не забудьте убрать его в кобуру после боя, ношение оружия в руках, когда в этом нет необходимости, может привести к досадным недоразумениям. Звездочка тангенс удержания плюс 2, G собака вертикальный слэш прицеливайтесь и стреляйте, большинство видов оружия в игре используются с этими элементами управления. Приготовьте оружие, удерживая знак авторского права B. Выровняйте прицел с помощью собака, прицельная сетка станет красной, если она направлена на правильную цель, затем откройте огонь с помощью собака 2, собака I. По умолчанию, Red Dead Redemption 2 предлагает средний уровень помощи в прицеливании, что означает, что при поднятии оружия вы автоматически попадаете во врагов, находящихся на линии огня. При такой системе прицельная сетка обычно располагается на груди вашей цели. Если вы очень быстро щелкнете затвором и выстрелите, прицеливаясь в противника, можно получить почти мгновенный выстрел.